стоп, 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 стоп! Все. Отличный медведь. Да? Ага, беру, беру. Даже если она меня не простит, ага. Ну, хотя по голове не получу. Ага. А давайте с вами еще разочек порепетируем, давайте? Да. Мне кажется, может попасть, давайте? Потренироваться надо. Давайте! Сволочь! Фигайте! Сволочь! Называется кра, так и наша програ. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Спасибо вам большое, Анжела. Спасибо. Только вы знаете, вы не уходите пока, ладно? Мы вам за всю ночь заплатим. Да. А там, глядишь, и этот самый починит. Как его? Чего? Дефибриллятор. Вот его. Я думаю, вряд ли его сразу починит. Чего? Дефибриллятор. Ну. Ну что? Варёная кукуруза 50 рублей! Пиво 60 рублей! Вареная кукуруза 50 рублей! Пиво 60 рублей! Ару потише 100 рублей! А? Понял. Вареная кукуруза 50 рублей! Пиво 60 рублей! Вареная кукуруза 60 рублей! Пиво 50 рублей! Прошу уволить меня по собственному желанию. Галя, почему вы хотите уволиться? Разве я вам мало плачу? Много. Или я заставляю вас работать сверхурочно, или не беру с собой заграничные командировки, или вас не устроил размер годового бонуса? Нет, Сергей Иванович, просто я с вами чувствую себя ущербной. Все директора спят со своими секретаршами, а вы со мной нет. Так, нет, ну если... Если дело в этом, конечно, мы можем. Конечно. Только я всегда считал, что вы не такая. Да, я не такая. И спать я с вами не буду, Сергей Иванович. Уж лучше вы меня увольте. Ирина Александровна, я умоляю вас, давайте побыстрее. Папа. Послушайте, если вам надо было побыстрее, то могли бы свою дочь одеть сами. Не мог. Я бы еще дольше одевал. Я вас умоляю, давайте побыстрее. Ну, не можете, тогда потерпите больше. Не могу я терпеть. Что у вас там, горит, что? Ну, конечно, горит, я же на работе. Я же заехал по пути дочку забрать. Ну, все, готово. Готово. Пойдем, доченька. Сначала к папе на работу заскочим. Домик потушим. Спасибо, до свидания. Кажется, что-то не хватает. Ну, давай посмотрим. Что тут у тебя? Вот. Хорошо. Ну,
баб не хватает. И... И музыки. Точно. Баб и музыки. Точно. Ага. Алло. Люсинда, привет, это я. Давай, подрывайся, приезжай. Ну, разумеется, с подругой. Да. И диски захвати. С арабесками. Да. Ждем. Ну все, теперь, кажется, всего хватит. Добрый день. Добрый день. Помогите мне, пожалуйста. Есть ли у вас что-нибудь для кота, чтобы он по ночам не орал? А то он мяу-мяу-мяу-мяу, уже нет никаких сил человеческих с ним. Помогите мне, пожалуйста. Хорошо. О, знаете, у нас есть одно очень надежное проверенное средство. Сейчас, одну секунду. Умоляю. Угу. Сейчас. О! О! Это Маруся. Дайте нашу Марусю вашему коту, и он орать перестанет. Одного раза будет достаточно. Честное слово. Ага. Очень проверенное средство. Берите, не пожалеете. Мужики, смотрите, какой мне жена спиннинг подарила. Катушка немецкая. Ящик новый для снастей. На рыбалку собрала и втихаря в рюкзак бутылку водки положила. Угощайтесь. Ну, понятно. Че понятно? Понятно, что она тебя на рыбалку выпроводила, чтобы с любовником побыть. Правда? Факт. У меня такое два раза было. Черт. Знал бы такое дело, еще бы лодку потребовал. Лоханулся. За мою новую лодку. Здравствуйте, Вера Степановна. Откуда ты знаешь ее, Вера Степановна? Ты паспортно видела? А вы же здесь живете. А что ты взяла? Ты прописочку мою видела? Может, я просто так тут шляюсь? Всякими этими мыслями, этими всякими криминальными, а? Тоже мне консьержка. Никакой бдительности. Понаберут вас по объявлению. Вера Степановна, ну, может, хватит? Чего хватит? Ну, вы каждый день одно и то же. Ну, надо было тогда свой подъезд консьержем устраивать, а не в соседний. Ага, сейчас. Я в соседнем, между прочим, работаю, а здесь я живу. А ты, как консьержка, должна за порядком следить, потому что люди тебе, жильцы тебе, между прочим, за это деньги платят. Вот так вот. Понятно? Ладно, все, я пошла. А вот, кстати, а вот что ты у меня обувь не проверила? Может, я ноги свои грязные не вытерла, и теперь шляюсь тут по чистому полу в грязной, понимаешь, обуви. А в подъезде должен быть порядок. Чистота и порядок. Ключ на 14. Отвертку. Клещи. Готово. Заводи. Ну, теперь уверен, что вспомнил? Теперь верю. Я ее 10 лет не мог завести. Тогда приходите завтра утром к нам на собрание. Ну, я как-то не знаю. В перерывах между песнопениями я научилась чинить машину. Куда приходить-то? Подходим, покупаем помидорчики. Вкусные помидоры, не помидорчики. Ну, хорошо. Покупаем, подходим. Ну, мужчина, купить помидорчики? Не надо, да? О, мужчина, купит помидорчики? А что у него такие зеленые? Мне красные нужны. Красные нужны? Так сейчас мы сделаем.
красный, так что сделаем? Что ж вы себе позволяете, а? Такие вы раздаки розетки, а? Лежите себе здесь, никого не интересуете. Вот мужчина приехал специально вас купить, а? А вы лежите еще такие все зеленые-зеленые. Не стыдно вам? Скажите, не стыдно вам? Ну вот, видите, какие помидорки? Стыдно им стало? Пристыдил я их. Покраснели сразу. Ну что, будете брать? Килограмм. Два. Вот. Что случилось? Вот, две полоски. Меня родители убьют. Сначала меня, потом вас. Да, ну, спокойнее, спокойнее, спокойнее. Спокойнее. Две полоски. Спокойно. Спокойно. Пойдем сюда. Все. Полосочка одна у нас. Держи. Теперь никто никого не убьет. Все. Гуляй. Оп. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит машинку помыть у вас? 500 рублей. Ой, вы знаете, у меня только 100. За 100 помоете? Пожалуйста. Ладно, ожидайте. Спасибо. Ну что, скоро вы мою ласточку? Эй. А? Господи, а что вы делаете? Капаю валерьянку. А для чего? Не для чего. А для кого? Кот Васька. Ой. Он сейчас вашу ласточку за 100 рублей так вылежит, и вы так не повылежит. Да, Васюндин? Только сегодня и только у нас. Ваша жена избегает любви, ссылаясь на головную боль. Приобретайте наши средства. И у вас не будет проблем ни с женой, ни с ее головой. Средство от головной боли. А что, помогает? На 100%. Вы посмотрите, какие прекрасные средства. Вот, сережечки с бриллиантами, колечко с топазом. Есть алмазные подвески и даже есть браслеты с черным жемчугом. А от сильной головной боли у нас спецпредложение. Ключи от новой иномарки. Но есть побочный эффект. У вашей жены голова перестанет болеть, но зато заболит. Саня! А я думал, мне это с Будуна примерещилось, что ты пальму сажаешь, а ты и правда ее сажаешь. Нафига на тебе? Это не пальма. Это моя новая корова. Вырастет моя новая корова вот такой. Вырос на ней орехи. Один кокос в орех, литр молока. 10 орехов, ведро. И что примечательно, траву для нее косить не надо, доить ее не надо, навоз за ней убирать не надо и пасти ее не надо, потому что она не пасется. Заживу я ей, дик. Ох, заживу. Бульонька ты моя. Ну ты голова. Я голова. Предлагаю обмыть копыта новорожденной. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Могу чем-нибудь помыть? Да. Мне нужна стойкая, яркая губная помада. Помада? Да. Сейчас, секундочку. Значит, вот, смотрите. Ой, извините, просто обеду. Вот такая вот. Подойдет? Сейчас посмотрим, подойдет или нет. Да, эта помада подходит.
Яркая, хорошо видно. И не стирается. Я беру две. Две. А то мел забыл. Несите вторую. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы ботиночки отремонтировать. Ну, подошву поправить. Ну, подклеить, подбить, что там делать. Слушайте, вы как-то очень странно обувь носите. Один он как новый, а второй весь стесан. Да я сам не понимаю, почему он так быстро снашивается. Ну ладно, я поехал. Завтра зайду. Ага, хорошо. Девушка, угу. Это вам от мужчины. Вон с того столика. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Открыть? Не, не надо. Мне уже хватит. Знаете, вы мне лучше помогите вот эти все бутылки. Понимаете, до машины довезти. А, да, конечно, конечно. Так. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Андрей Альбертович, подпишите, пожалуйста, график отпусков сотрудников на следующий год. Здесь. У меня, наверное, от жары крыша поехала. К тебе сейчас секретарша заходила? Да, секретарша. Все нормально. Раньше как было? Приезжают партнеры, дела решили, сразу в баню. Приезжают другие партнеры, дела решили, сразу в баню. Ты подумай, чем мотаться туда-сюда? Офис прям в бане и сделал. Ну ты даешь. А давай-ка по пивку за твою находчивость. Это тут проблема. В офисе никакого алкоголя. Ира, два чая, пожалуйста. Штирлиц спал, но через 20 минут он проснется. Это была привычка, выработанная годами. Штирлиц! Штирлиц! Вы опять спите? Я понимаю, старина, что это не самая интересная работа, но вы должны понимать, денег у нас на охрану нет. Управление имперской безопасности приходится охранять самим. Через 20 минут я вас сменю. Ювальд, группенфюрер. Штирлиц спал. Через 20 минут. Штирлиц! Извините, пожалуйста. Простите. Извините, пожалуйста. Ай! Извините, пожалуйста. Девушка, извините. Смотрите, куда идете, честное слово. Извините, пожалуйста, ради бога. Просто я купила себе новые сапоги. Такие красивые, не могу прямо оторвать глаз. Ай, извините, пожалуйста.
можно? Доктор, у меня с моей пеструшкой проблемы. О. Ну, а что такое? Ну, не сесть перестала? Нет, хуже. Крыло сломала. А-а-а. Ну, можно по старинке шину наложить. А можно новое крыло поставить. Это как? Тихо. Современный метод. Имплантация. Я как раз сегодня новые импланты получил. Ну, что будем делать? Давай уже по старинке шину. Ну, шину так шину. Хотя зря. У нас сегодня акция. Ставите новое крыло, лапку получаете бесплатно. Не, лучше шину. Ну ладно. Если никто их брать не будет, суп сварю. Ну, хоть поем. Мила, мила. 20 лайков за пару минут. Граф Шереметьев. Граф Шереметьев, тебе что, мой новый портрет не нравится? А? Прости, матушка, задумался что-то. Очень, очень нравится. Голубчик, в следующий раз забудешь поставить лайк, на лайках ездить будешь в Сибири. А отправьте-ка сей портрет в Европу. Хочу испытать, соберет он 1 000 000 лайков или нет. Сделаем, матушка. Они захотят лайкать, мы им войну объявим. Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. 6 кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. 6 кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. 6 кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. 6 кадров.